Аллах любит тебя. О тот, кого постигло несчастье. Он хочет, чтобы ты сказал: «Господи, исцели меня. Господи, дай мне здоровье. О Господь мой, не оставляй меня. О Господь, я нуждаюсь в тебе». Аллах хочет услышать твой голос. Поэтому Он и испытывал тебя. Воистину, Аллах испытывает раба только для того, чтобы услышать его голос. Когда же раб скажет: «О Господь», Аллах ответит: «Да, раб мой, я перед тобой и счастлив исполнить твою просьбу. Да, раб мой, я перед тобой». Знаете ли вы, что первое, что хочет Аллах, субханаху ва та'аля, в твоем испытании? Когда у тебя проблемы со здоровьем, с деньгами, проблемы с детьми, женой и любимыми для тебя людьми, знай, что самое первое из того, что Он хочет от тебя, чтобы ты отвлекся на своего Господа и поднял руки, взывая к Аллаху. Что касается того далекого от Аллаха человека, Аллах просто не хочет его. Поэтому он живет счастливой, полноценной жизнью. Он и здоров, живет в благоденствии, он богат. Аллах его не...